Пик распространения стадной саранчи ожидают и в Костанайской области. Насекомые могут занять больше 700 тысяч гектаров. Это почти вдвое больше прошлогоднего показателя. Такой рост специалисты и территориальные инспекции связывают с биологической особенностью вредителей, цикличностью размножения и изменением климата в сторону потепления. В регионе закупают пестициды и формируют бригады, которые проведут химическую обработку. Ее начнут после обследования территории. Начнут с южных районов Амангельдинского, Женгельдинского и Аркалыка. По данным специалистов, личинки вредителей здесь начинают развиваться раньше, после первой декады мая. Сейчас очень труднодоступно добраться даже для специалистов на транспорте, но к концу недели уже будет наглядная картина по происходящему. Мониторинговые мероприятия по стадным саранчевым запланированы порядка около 5 миллионов гектаров. Цикличность в сравнении с предыдущим подходит как раз именно этот 2024 год, именно получается как один из пиковых годов.